Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. В день космонавтики сотрудников музея «Самара Космическая», которому исполнилось 15 лет, поздравила глава города Елена Лапушкина. Она вручила им цветы и благодарственные письма. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году музей стал центром притяжения для туристов. Сейчас там проводятся уникальные экскурсии, квесты, есть VR-очки, с помощью которых можно оказаться на космодроме, почувствовать, каково это перемещаться в скафандре. Уникальный, удивительный музей, которого нет ни в одном другом городе Российской Федерации. Музей, который сосредоточил в своих стенах всю историю нашего космоса, всех шагов космоса. Музей, который собрал под своей крышей замечательных творческих людей, которые действительно увлечены, которые постоянно развиваются, которые полны идей. И, конечно, этот музей и бренд города Самары, и бренд Самарской губернии. И мы, конечно, им очень гордимся. В стенах музея можно увидеть выставку работ самарского художника Виктора Панидова. Он был граффитистом и создавал афорты, посвященные космической тематике. Это многосмысловые картины, в которых каждый видит что-то свое. Одну из работ Панидова, выполненную в цвете, что гораздо сложнее, подарок музею преподнесла внучка художника Полина Сливкова. Это одна из серии афортов на тему «Космос». Вот. Больше всего она понравилась как раз и Елене Михайловне, как директору, и нам самим кажется, что это одна из наиболее сильных работ данной серии, поэтому выбор остановился именно на ней. К поздравлениям присоединился и председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев. Он подчеркнул, что музей стал визитной карточкой региона и успешно выполняет поставленную перед ним задачу. Сейчас идет разработка проекта «Самарского планетария», цель создания которого – привить интерес к космосу. Виктория Шаре, Григорий Плешаков, «События».